Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и у меня очень-очень хорошие новости, потому что уже буквально завтра будет хэллоуинское обновление, поэтому прямо в эту секунду ставь огромнейший лайк, подписывайся на канал Кента пока и приятного тебе просмотра. Ну а прямо сейчас ты можешь получить бесплатный Gold Pass. Чтобы получить Gold Pass, тебе надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал, второе написать комментарий плюс свой ID, и третье, самое важное, посмотреть данное видео без перемоток от начала до конца. Залетел на джиджи стендов я. На моем балансе 3-0. Снова открыл кейсы раза два. Выбил себе нож, он у меня. Ты спросил, откуда у меня нож? На джиджи стендов ты тоже так можешь. Покрутил рулетку и ввел промокод. Выбил себе на баланс, я рублей 500. Ссылка в описании, загляни сюда. Там есть промокод на пополнение. Крути барабан и забирай призы. Ну что же, ребята, прямо сейчас я приведу очень много разных пруфов, фактов и аргументов, почему обновление выйдет прям в очень-очень ближайшее время. Я надеюсь, что вы посмотрите данное видео без перемоток, потому что я очень старался и все это находил. Ну что же, первый и самый главный аргумент, то что прямо сегодня вышел мини-трейлер к будущему обновлению Хэллоуин. Ну и конечно же, прямо сейчас мы посмотрим официальный тизер от разработчиков. То есть это не концепт, это именно разработчики взяли и выпустили. Поэтому давайте смотреть. Вы сейчас просто будете в шоке, я уже смотрел, и я скажу так, это очень круто. Видео недолгое, но уже первая пасхалочка. Кто это? Это Ворон. Где был Ворон? Ворон был в трейлере. Давайте посмотрим. Мне очень интересно, что же это будет за карта. Просто вот как вы думаете, что же это будет за карта? Прямо сейчас напишите ваше предположение, потому что я пока что хз. Так, смотрим. Ой-ой, Ворон летит, и у него в зубах, ну, в клюве есть что-то яркое. Я думаю, что это какой-то брелок с хэллоуинской коллекции. Ребят, как думаете вы? Пожалуйста, прямо сейчас напишите в комментариях. Блин, ну реально очень-очень интересно, что же это у него во рту? Я просто в шоке. Так, ну что, пацаны, смотрим дальше. Опа, а это какое-то пугало. Ничего себе. Подождите, что это такое? Мать моя женщина. Не, ну, как я понимаю, это обычная атрибутика хэллоуинского обновления, да? Или это какая-то отсылка? Ничего, чё это за паук-то? Ё-моё, это же паук был в трейлере, ребят! Да я отвечаю, выйдет, походу, новый кейс. Вот я прям чувствую, что, скорее всего, выйдет новый кейс. Вот мне почему-то так кажется, то, что выйдет новый кейс. Посмотрите, вы помните вот этого паучка? Этот же паучок был в трейлере. В трейлере, там, где было досье на двух чуваков, на Нортона и на второго чувака. Скорее всего, ребятки, это отсылка к новой коллекции или еще что-то. Я не знаю, но, блин, это очень круто. Возможно, я ошибаюсь, а прикиньте, если завтра добавят, например, какой-то новый кейс. Вот тогда я прям сознание потеряю. Так, ну что, смотрим дальше. Ой-ой-ой. Так, а что происходит с этой тыквой? Ничего себе. Ага, я понял. Знаете, что это? Это отсылка к тому, что вместо зомби будет какой-то персонаж. Да. То есть, если раньше были зомбари, то сейчас, походу, будет какой-то чел с тыквой на голове. И мы будем играть вместо зомби этими персонажами. Очень круто. Поэтому, ребята, завтра будем ждать новый режим. Блин, ну я просто в шоке. Как же это классно. Вот он, тот же самый паучок, только в обычном трейлере. Ребятки, просто посмотрите на все это. А вот еще один такой же самый паучок, он повыше. Только, как я понимаю, это уже какой? Это уже бронзовый. То есть это серебряный, то бронзовый. И мы видели в этом мини-тизере хэллоуинского обновления. Там мы видели неонового паучка. Ну что же, друзья, товарищи, а теперь давайте посмотрим, когда же вышло прошлое обновление. А прошлое обновление вышло 31 октября. Поэтому, ребятки, 31 октября, ровно через год, мы ждем новое хэллоуинское обновление. И, скорее всего, это будет уже новая карта. Скорее всего, это будет не карта Rust. Я так думаю, это будет карта Training Outside, потому что она там немножко похожа по очертаниям. Блин, ребятки, вы просто представьте, как же это круто. Также еще один очень-очень важный факт. Если вы помните, то в прошлом, именно вот в прошлом году, когда был мини-трейлер на новые карты, то буквально на следующий день добавили новые карты. Поэтому вполне вероятно, что в этом году все будет точно так же. Поэтому, ребята, я завтра целый день буду ждать хэллоуинское обновление. И, честно говоря, в новом обновлении мне, ребят, не хватало очень сильно нового ножа. Кто бы что ни говорил, но каждое обновление было с ножом раньше. Ну, на тебе, выпустили 0.14.0 без ножа. Теперь я очень надеюсь, то, что в этом апдейте, в этом хэллоуинском обновлении добавят реально нож. Если это будет правда, это будет нереально круто. Просто представьте. Да и еще, ребята, как по мне, а почему не убрали никакой кейс? Ну, очень странно. Всегда раньше убирали по кейсу. Убрали же этот Origin кейс. Я думал, уберут Furious кейс, но его не убрали.
Поэтому есть такая вероятность, то, что прямо завтра уберут Furious Case, добавят новый кейс. Я не знаю, правда это или нет, но я предполагаю, что такое может быть. Чтобы вы понимали, что я не вру, посмотрите, сколько Furious Case я купил. Просто посмотрите на все это. Я очень надеюсь, то, что все это должны убрать. И да, наклейки, ну наклейки же по-любому уберут. Ну что это за бред? Наклейки однозначно должны убрать. Мне уже надоели этот Rainbow Sticker Pack. Я не хочу видеть еще полгода Rainbow Sticker Pack. Поэтому, ребята, пожалуйста, выпустите новый Sticker Pack и новый кейсы. Просто хэштег «добавьте новые кейсы и стикер-пак». Так что, ребята, давайте подытожим, что же мы завтра будем ждать. Первое, это новый режим. Ну, 100% зомби-режим должен быть, и там должны быть зомби с тыками на голове. Мы уже это видели в тизере, поэтому я буду верить, ждать и надеяться. Также, дальше, что мы ждем, это новый хэллоуинский стикер-пак. Ладно, кейс, я еще могу простить, если его не будет, но если не будет хэллоуинского стикер-пака, ребят, виняйте на себя. Я реально огорчусь, и я очень сильно забомблю. Поэтому, ребята, будем ждать хотя бы стикер-пак, ну, а там уже посмотрим. И, возможно, есть маленький-маленький шанс, то, что добавят новый нож. Просто представьте, если разработчики добавят новый нож хэллоуинского обновления, это будет просто ход конем. Мы такого не ждали, никто не ждал, ни я, ни Веля, ни Тик-Так, никто! И если все-таки будет, блин, ребят, ну просто! Давайте так, кто хотел бы, чтобы добавили новый нож, прямо в эту секунду поставьте лайк. Вот если ты, братан, хотел бы, чтобы добавили завтра новый нож, прямо в эту секунду ставь лайк и подписывайся. Ну че, пацаны, как вам моя красавица, а? А? Как вам мой новый нож? Да, а ты что? Не, ребята, это не считай, это всего лишь один мелкий баг. Если кому интересно, потом сниму видео, расскажу. Ладно, давайте не об этом. Прямо сейчас я хотел бы вам рассказать то, что в последнее время очень сильно перед обновой на Хэллоуин увеличили шанс именно выпадения хэллоуинских стикер-паков из матчмейкинга. Поэтому, ребята, мой вам совет. Играйте в ММ. Играйте в ММ как можно чаще, потому что именно на эти пару дней увеличили шанс выпадения хэллоуинских стикер-паков. Чтобы вы понимали, что это не вброс, мне мой подписчик скинул вот такой вот скрин. И если мы тут внимательно посмотрим, что мы тут видим, а мы тут видим, что парню выпал хэллоуинский стикер-пак. А тем не менее, минуточка, он стоит сколько? Он стоит 1500 голды, да, ребят, я просто в шоке. Поэтому играйте в матчмейкинг и выбивайте тоже хэллоуинские стикер-паки, пока есть такая мини-обнова. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.